Главный тренер хоккейной команды СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции негативно выразился в адрес одного из игроков омского авангарда Никиты Холодилина после того, как тот во время игры впечатал в борт нападающего армейцев Сергея Толчинского. Ротенберг заявил, что игрок команды «Авангард» пошел убивать форварда Толчинского по приказу главного тренера «Ястребов» Михаила Кравца. Позже руководство «Авангарда» направило официальное письмо генеральному директору петербургского СКА Дмитрию Константинову с призывом опровергнуть слова Ротенберга в адрес Кравца. Однако позже в пресс-службе СКА заявили, что не получали писем от омского «Авангарда». Ранее Роман Ротенберг уже обвинял действия «Ястребов». В ноябре прошлого года после драки игроков двух команд наставник армейцев назвал инцидент вопиющим случаем и что его игрока чуть не убили на льду. Кстати, в обеих играх «Авангард» одержал победу.